Друзья, рекомендую подписаться на канал проекта Workout, фитнес городских улиц. Парни развивают уличные тренировки в России. Много крутых роликов, обучалки для начинающих и для продвинутых. Подписывайтесь, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Вы попали на зарубу между эктоморфом и мезоморфом. Сегодня мы прокачаем грудь, у нас будет 10 стадий, и кто дальше зайдет, тот выиграл. Эти стадии вы можете увидеть сейчас на экране. Сейчас я вам расскажу, почему он мезоморф, почему я эктоморф. У меня запястье 15,5 сантиметров, у него запястье около 17 сантиметров. Он набирает массу гораздо быстрее, чем я ее почти не могу набрать, а он, если будет кушать хорошо, он наберет очень хорошо. Ты много ешь? Я очень мало ем. Он ест очень мало, и он выглядит как я. Если начнет есть, как я хотя бы, то он будет просто огромный. А так, вы увидели все стадии, начинаем, поехали. Итак, друзья, я начну первый, я покажу, как надо делать. Мы должны делать с хорошей техникой, и обязательно у нас будет перерыв между каждым упражнением 20 секунд. Че, начинаем? Погнали! Apart if
словно вперед. Ну ты до хлопка дошел. Блин, не выдержал? Просто состав уже не держит. Итак, друзья, я прошел 7,5 стадий. Это очень жестко. Просто в отжиманиях на бросьях у меня уже суставы не держали. Я не мог подтягиваться, у меня тряслись руки, как будто суставы сейчас вылетят. Так что сейчас очередь Славы. Посмотрим, он опередит меня или нет. Погнали. Не выжил? Нет. Все же, что ли? Ой, бля. У меня просто сколько ты сделал? Только 3 или 4. Так, ребят, сделал я 5,5. Это было очень сложно. Учитывая то, что, как вы уж поняли, я мало ем. То есть мне периодически не хватает. Пробуйте обязательно. У вас все получится. Я думаю, вы круче, чем мы. Итак, друзья, по результатам можно сказать, что эктоморфы будут повыносливей. Возможно, мезоморфы посильнее, но ему не хватило выносливости, потому что много очень упражнений идет подряд, и практически без отдыха мышцы не успевают восстановиться. Если вам понравился этот челлендж, попробуйте сделать. Все упражнения будут в описании. И если вы дойдете, сделаете больше нас, то вы красавчики, вы победили. А так, спасибо за внимание, увидимся в следующем выпуске. Пока!